Хочу рассказать немного о своей жизни и прославить Бога за то, что Он спас меня и вывел меня из тьмы, удочерил меня и сделал своей дочерью. Я родилась в полноценной семье, у меня есть родители, брат, сестра. До 12 лет был какой-то смысл жизни, хотелось жить, хотелось учиться, чего-то добиваться. Но в 12 лет моя жизнь повернулась просто в обратную сторону. Я начала с друзьями курить сигареты. Со временем были алкогольные напитки. И годам к 14-15 я уже употребляла алкоголь каждый вечер. И это было не просто выпили понемногу, но я напивалась. Лет 16 это смешивалось еще и плюс с наркотиками, наркотическими таблетками, всякими препаратами. Чтобы быть вкратце, то к 21 году я уже полным ходом употребляла наркотики. Я была зависимая со всеми последствиями этого, с ломками, с долгами. И, естественно, наши отношения в семье, они были разрушены. Ссоры в семье, душевные раны, травмы. 21 год у меня уже был муж, сын. Сыну тогда было 2 года. Муж также был наркозависимый, поэтому для моего сына перспектив никаких не было в такой семье. От всего этого, от всей этой жизни, которая была нагнетенной, то есть каждое утро это нужно было что-то добывать, не было цели в жизни, я не могла уделять время ребенку. Естественно, добывались средства неправильными методами, нехорошими, не зарабатывала я эти деньги, поэтому... Опять же, отношения еще больше разрывались с моими родителями. Из-за этих ссор просто было даже самой больно от того, что я много боли причиняла своим родителям. Когда я смотрела на своего сына, было так же больно, потому что я не могла уделить то время, то внимание, которое должна уделять мать, и ту любовь давать. Не могла, потому что мне было то хорошо, то не очень хорошо. Я понимала, что я не того хотела, я не той жизни хотела. И в тот момент я понимала, что... Ничто мне не приносит радости, удовлетворения от жизни. То есть ни семья, ни муж, вообще никакой радости нет в жизни, и смысла от этого нет. В 21 год мне встретились люди верующие. Моя свекровь познакомила нас с верующими людьми, которые нам рассказали о том, что Господь, Он может совершить чудо в жизни. И он совершает, они приводили примеры, когда спасаются люди, исцеляются больные, спасаются зависимые, становятся совершенно другими людьми. И я тогда запомнила это для себя, мне хотелось. Мне хотелось что-то изменить в своей жизни. И мы ездили в ту церковь, в которой нам говорили о Боге. Я поехала, я покаялась. И когда я раскаялась, то что-то произошло внутри меня. Я это просто почувствовала. И когда мы ехали домой, мне казалось, что даже небо стало другим. Ну, как-то вот все поменялось вокруг меня. Но из-за того, что, ну, как бы не было того, кто меня дальше наставлял, направлял на этот путь жизненный и жизни во Христе. То есть я приехала в свой город и дальше стала жить так же само. И прошел еще год. И за этот год я настолько скатилась вниз, то есть это было, ну... Не сравнить ни с чем. Я выглядела ужасно. Я понимала, что я ничего не смогу с этим сделать, потому что я много раз пыталась. Даже родителей просила помочь мне, помочь выйти с этого. Пыталась своим, ну как бы сама пережить этот процесс ломки. Родители были сыном моим, но это не помогло. Все просто рушилось вокруг меня. И я, ну, как бы рассорилась со своим мужем, он ушел. Я осталась одна со своим сыном, голые стены, то есть в доме ничего нету. И я вспомнила просто о тех словах, которые мне тогда сказали верующие. И я была одна в доме, была ломка, мне было плохо. Я говорю: «Бог, если ты есть, то просто вытащи меня из этой ямы, сделай что-то в моей жизни». С этого дня я верю, что Господь мне дал силы просто перебороть это, ну, не бежать за наркотиком. И одновременно быть рядом с сыном, то есть уделять ему какое-то внимание через силу, как я могла это на то время. На пятый день, это был пятый день, мне чуть физически было уже немного легче, то есть я поехала в эту церковь, я нашла по адресу эту церковь, пришла,
Я думала, в этот день будет служение, но в этот день были домашние группы. В то время, когда я приехала, в офисе были как раз собраны лидеры, служители. И со мной пообщались, меня забрали сразу в домашнюю группу, определили. То есть в этот раз у меня уже был наставник, который меня после этого вел. С того дня Господь меня освободил. Бог дал мне силы, дал мне тех людей, которые меня поддерживали, которые молились за меня, которые меня наставляли и учили ходить за Христом, идти за Богом. С того времени, это была осень 2003 года, я с Господом. Бог изменил полностью мою жизнь. Он освободил меня от наркотиков, освободил меня от алкоголизма, от курения. После этого у меня родилась еще дочь, то есть у меня сейчас двое детей. Я славлю Бога за свою жизнь, за то, что Он сделал в моей жизни. Наши отношения в семье полностью обновленные. В течение 3 месяцев, полугода мои родители спаслись, также пришли ко Христу, потому что они видели перемены. Где-то, наверное, прошло полгода после того, как я покаялась. Господь мне давал такие места о молитве, о том, что может много усиленная молитва праведника, о том, что когда двое собираются молиться и просить о всяком деле Отца Небесного, то будет им. Когда я это прочитала, это просто было взрывом внутри меня. Я понимала, что это, ну, для меня это мне нужно, потому что в моей семье была проблема, и с этим нужно было что-то делать. Совершенно как бы случайно и не случайно, потому что у Бога нет случайностей. Я шла по рынку и увидела, что женщина торговала на рынке, и у нее была книга. И как-то название было такое, что алкоголизм, там, наркомания, как от этого освободиться. И я сначала прошла, а потом думаю, нет, надо остановиться. Я верю, что Господь меня побудил остановиться. Я остановилась, подошла к этой женщине. И начала, ну, расспрашивать за эту книжку и свидетельствовать о том, что Бог меня освободил, и что только Бог может дать эту свободу, которая, ну, от наркотиков. Мне было 22 года тогда, я была очень молода, а она была женщина постарше. И она мне начала просто открываться и говорить, что я сына своего. Он был зависим уже 13 лет, куда только не возила, и по монастырям, и была везде с ним, и ничего не помогало. И я ей предложила, говорю, давайте будем молиться за вашего сына. И мы начали молиться за сына. Она приходила ко мне, мы молились за него. И я помню первый раз, когда мы молились за него, то Господь мне просто внутрь вложил это слово. Первый раз я пережила такое. Но я, когда молилась за него, я внутри себя услышала, ты увидишь это. То есть ты увидишь спасение этого человека. От того, как момента, когда мы начали за него молиться, прошло где-то полгода. И он поехал в реабцентр. И с того времени он прошел реабилитацию. Его девушка на то время, сейчас она уже жена, у них есть сын, то есть они освободились от наркотиков тоже. Они живут полноценной жизнью со Христом. То есть это был тот первый момент, когда я поняла, что Господь хочет, чтобы я помогала этим семьям и служила, потому что я уже сама была в зависимости. Знаю, что это за состояние и что такое быть созависимой, то есть жить в семье, когда есть человек зависимый. Поэтому с того времени вот так вот Господь меня повел служить таким людям. Был не один случай, поэтому, ну, рассказывать можно долго. Тех людей, которые, да, кто-то, какая-то мама дольше молилась. Одна женщина молилась 7 лет за свою дочь, она сейчас полностью свободна. Кто-то молился меньше. Но я верю, что Господь, Он сделал все для того, чтобы мы освободились. Он отдал жизнь свою. Иисус заплатил своей жизнью ради того, чтобы мы были свободны. Просто люди, они об этом не знают. Я славлю Бога за все, что Он сделал в моей жизни. Все, что было разрушено, все, что дьявол пытался разрушить и уничтожить меня, мою жизнь, Бог все восстановил, и Его имя прославлено в моей жизни. Я буду славить Его постоянно. И если есть в ваших семьях, есть такая проблема зависимости, неважно, наркотики, алкоголь или еще какая-то другая зависимость, знайте, что Господь, Он все сделал для того, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши семьи были счастливы. Нужно молиться, уповать на Бога, верить. И в нашей церкви есть такое служение, на которое вы можете приходить, и мы будем молиться с вами, будем поддерживать вас в вашей проблеме. Я верю, что Господь ответит тем, кто будет идти до конца, тем, кто не отступит и будет верить Господу, то Он обязательно ответит.